Давай сыграем. Вот теперь настроение у нас хорошее. Можно и зуб рвать. Только из какой головы? Я не могу. У меня в прошлом месяце только флюс прошел. А я что ли могу? Я и так за вас двоих все тычки получаю, потому что посередине. А я? Я вообще не буду. Ладно, давайте как обычно разыграем. Все, богатырь, не играем больше с тобой ни во что. Зубьев жалко, сильно больно их выдергивать все-таки. Ну ты, брат, стоматолог. Ну ты... Чего так, цепочка? Может, отдашь бусы девице? А то змей Горыныча настоящего сыскать нынче непросто. Не хамите ему. Вот, держи змеиный зуб. Тяжело мне достался. Спасибо вам. Вот теперь будет мне удача, и жених мой суженый возвратится скоро. Князь, что ли? Так он за море в Царьград подался, так что скоро не жди. Значит, когда вернется, подарков мне заморских привезет. Ох, и счастливая я буду. Вот бабы. Идите, мужчина, не мешайте. Я своего суженого жду. Ничего так, цепочка. Вот, держи. Трудом у русалки добыл. Спасибо, богатырь. Эх, и хороша же девка. А насчет бумаг византийских как? Не боись, за нами не заржавеет.
Вот, держи. Лучше, чем настоящие. У меня на них дополнительная степень защиты установлена. Будем надеяться. Ладно, прощай, Яга. Мне пора в Царьград. Какая... Вроде чисто у них тут все и аккуратно, а говорят еще тьму таракан. Здоров будь, служивый человек. А барышня-то, что за решеткой у вас сидит? На каких основаниях задержали? Так без документов она и ведет себя уж больно нахраписто. Что есть, то есть. Клей в походной жизни – вещь первейшей необходимости. Ну, как служба? Да вот, с переменным успехом. То берем добро, то даем. Здорово, барышня. Вижу, опять у тебя проблемы. Никаких проблем. Изучаю быт задержанных на границе. Ну, как знаешь. И не скучно тебе тут сидеть? Вовсе нет. Я здесь, может быть, новый сенсационный материал обдумываю. Ну, вот и корабль.